Умелые руки, немного фантазии, и усадьба Деда Мороза превращается в этноизбушку. Самарский мастер Никита Дементьев оформляет одну из тематических площадок на площади Куйбышева не первый год. В 21-м инсталляция будет представлена в виде русской избы, в которой мастерицы в народных костюмах будут вязать полотно и вышивать. Когда у нас весна, Дед Мороз ушел, у нас расцветают цветы на задней панели. Вот. Вместо елки у нас как бы выросло дерево с каплями воды, несмотря на погоду. В этом году массовых гуляний, посвященных Масленице, на площади не будет. Но будут работать фотозоны и арт-объекты. Можно будет сфотографироваться с фигурками животных, выполненных из сена, а также с настоящей русской печью, фигурками в виде чашек и самовара. Будут работать на площади точки общественного питания и ярмарка, где можно будет приобрести вещи ручной работы. Палатки для торговли будут расположены на расстоянии с соблюдением социальной дистанции. В этом году, безусловно, мы увеличили количество объектов торговли и объектов общественного питания для того, чтобы рассредоточить их максимально по площади и тем самым соблюдать максимально социальное дистанцирование. Безопасность людей является приоритетной и главной для городского округа. На площади Куйбышева уже установлена масленый и светодиодный экран, на котором будут показывать развлекательный контент. Фигуры с изображением главного символа праздника представят и победители конкурса «Самарская масленая. Гостья дорогая». Большая скульптура, которая в этом году еще и с новыми технологиями современными будет сопряжена. То есть это медиаэкраны, на которых идет очень интересный контент, посвященный Масленице. Большой экран, с которого будут и рассказываться и сказки, и песни петь. То есть все для того, чтобы настроение праздника было максимально просто ощутимо. Работать площадки начнут уже завтра, 12 марта, с 3 часов дня до 10 вечера. В субботу и воскресенье они будут открыты с 10 утра до 10 часов вечера. Виктория Шарая, Никита Колосов, Николай Сидоров. События.